Ага, ну-ка, и если вот так... То, что вы сейчас наблюдаете за моей спиной, это не мод, не датапак, а самый что ни на есть настоящий снэпшот под номером 20W14Infinity. И если честно, вы немного офигеете, потому что это первоапрельский снэпшот Майнкрафта, и он необычный, он совсем не такой. Это не адское обновление, увы, но это нечто большее, что показывает возможности самого Майнкрафта. Вы будете шокированы, поэтому оставайтесь здесь и посмотрите на действительно, я бы назвал это обновление бесконечных измерений. Я не кликбейчу сейчас, поэтому не будем долго тянуть и погнали! Насколько же это действительно красивый портал в новые измерения, и это сейчас не шутки никакие. Запрыгиваем в него, ждем, когда мы прогрузимся, и я ничего не буду монтировать, мы загружаем новую территорию и попадаем куда-то в непонятные места. Посмотрите, что это за... Это мир фантомов или что? Вообще, я не понимаю, насколько это красиво, необычно и непонятно. Здесь настолько сильно лагает, ужас, я хочу выйти отсюда, пусти обратно. Признаться честно, достигает даже 20 FPS. Я в шоке при этом том, что у меня довольно мощный компьютер. Но, как говорится, обо всем и по порядку. Думаю, вы понимаете, что разработчики Майнкрафта каждый год устраивают розыгрыши игроков. И если честно, я подумал, что розыгрышем будет то, что они перенесли дату релиза Minecraft Dungeons на 26 мая, но, как оказалось, это чистая правда, а первоапрельский розыгрыш — это вот этот вот снэпшот. Что же он добавил? Если честно, хаос. Он добавил полнейший хаос. Смотрите, здесь, если вы привыкли пользоваться творческим меню, здесь вы сломаете ногу, потому что... Все рандомно, все не так, как должно быть. Ломает голову, если честно. Но все же есть некоторые новые блоки, которые добавил этот Майнкрафт. Например, вот такие красивые ступеньки. И знаете, из чего они сделаны? Ни за что не угадайте. Из незерита. Это незеритовые ступеньки, которые называются Swaggiest Stairs Ever, что можно привести как наикрутейшие ступеньки. Так понятное дело, они же сделаны из самого драгоценного материала в Майнкрафте. Версия 1.16 из незерита. Это то же самое, чтобы если бы они создали в 1.15 алмазный ступеньки. Также на всякий случай хочу напомнить вам, что вы всегда сможете поиграть комфортно и поистине круто с лицензией Майнкрафта, которая, конечно, очень дорого стоит, но на сайте nerkinshops.ru можно найти по очень низкой и привлекательной цене. Ссылка находится в описании. Но на этом не заканчиваются новые блоки, есть еще один. И выглядит этот блок довольно странно. И что немаловажно, каждый раз он меняет свою текстуру. То есть я беру, ставлю блоки и посмотрите, каждый раз новые текстуры. Это прикольно, необычно и называется этот блок «Коробка бесконечных книг». Звучит это довольно странно и непонятно, но если мы будем подходить к этому блоку, нажимаем на него, то мы будем получать разные книги. Они будут бесконечны. И посмотрите, как они называются. Если мы их откроем, здесь будет какая-то странная билиберда. Аж на 16 страниц. То есть, посмотрите, каждый раз что-то разное. Что мы должны с этими книгами делать? Да все очень просто. Создать вот такой портал. Не обязательно, конечно, чтобы здесь был плачущий обсидиан. Достаточно, чтобы это был обычный портал в Незер. Подходите к порталу и бросаете в него какую-то книгу. Бац, оно съедает и... Портал изменил свою текстуру, здесь теперь появились странные частицы. Ну, давайте зайдем. Добро пожаловать, это новый мир. И выглядит... Ой, красиво. Посмотрите, насколько это необычно. Но, признаюсь честно, нужно было чем-то отплатить разработчикам, и они отплатили плохой оптимизацией. То есть, есть такие миры, которые настолько сильно лагают, настолько нагружают твой компьютер, что у меня с видеокарточкой RTX 2080 Ti в Майнкрафте 20 FPS. 20, ребят, 20 FPS. Ну и вам для того, чтобы создать себе какой-то портал в иной мир, не обязательно использовать именно коробки с бесконечными книгами. Можно сделать свои. Для того, чтобы создать свое уникальное измерение, которое принадлежит только вам, вам достаточно взять книгу и перо, написать что-то в этой книге, буквально что угодно. Я напишу, например, Неркин, то же самое напишу в названии Неркин, возьму эту книгу и брошу ее в этот портал. И посмотрите, появились новые частицы желтые, вообще он должен менять цвет. Вот, посмотрите, поменял цвет, теперь это все желтое. И я перехожу в свой мир, и посмотрите, он необычный. Почему здесь все зеленое? Даже меняется дымка. Посмотрите, насколько он красивый и необычный. Вы можете сделать то же самое, попробуйте создать
создать какие-то разные книги, вы попадете в совершенно другие миры. Ну и это тоже не все. Посмотрите, я тоже совсем необычный парень. Но разработчики добавили еще одну очень важную вещичку, которая вам понравится. Обязательно понравится. Ну и плюс ко всему, если вы зайдете в этот снэпшот, откроете одиночную игру, то у вас здесь не будет никаких миров, кроме тех, которые вы уже создали именно в этой версии. Я сначала удивился, испугался, но не переживайте, они есть в папочке, как и всегда, .minecraft, папка saves. Но если честно, очень страшно. Но что самое главное, разработчики добавили пасхальные яйца, куда ж без них. Например, одним из таких будет блок под названием блок следа. Если мы его получим, то мы увидим вот такую необычную текстуру, это называется footprint, то бишь след. Пасхалка заключается в том, что раньше в Майнкрафте можно было увидеть свои следы, и они выглядели точно так, как этот предмет, только в виде небольших частиц на блоках. Следующий блок получаем вот такой командой, и это у нас a very fine item, что переводится как очень хороший предмет, и он имеет в себе текстуру home sweet home. Думаю, вы все понимаете, что это такое дом, милый дом. Увы, с ним тоже ничего нельзя сделать, это просто обычные пасхалочки от разработчиков Майнкрафта. Ну и к слову, раз уж мы так начали обсуждать этот снэпшот, то скажу, что миры на самом деле не бесконечны. Их всего лишь навсего 2 миллиарда 147 миллионов 483 тысячи 647 штук. Так, навскидочку. И самое главное, добавили одну новую ачивку. Получить ее можно вот такой командой, нажимаем. И если быть точным, то это испытание под названием Almost There. Оно находится в разделе приключения, и чтобы ее получить, нам всего лишь навсего нужно посетить около миллиарда миров. Но только вы в это вдумайтесь, миллиард миров нужно посетить для того, чтобы получить эту ачивку, точнее пройти это испытание. Ну, всего лишь навсего, разработчики тронулись, немножечко с дурки выбежали. Но что самое главное, разработчики добавили около 40 миров, которые сами по себе очень необычны. Настолько необычны, что для них даже придумали специальную команду под названием Slash Warp. Понятное дело, показывать каждую 40 я не буду, но в описании я оставил все 40 миров, которых вам будет очень интересно, но самое главное, я вам покажу самые интересные, по моему мнению. Я прописываю команду Warp Brand, и мы появляемся вот в таком необычном мире, где все состоит из лиц Крипера. То есть посмотрите на это, не прекрасен ли этот мир. Следующим будет Warp Ant. Мы попадаем вот в такой мир, где маленький блок рисует черным бетоном по белому бетону. И получаются какие-то необычные рисунки. Самое интересное, что здесь написано Patience. Это переводится как терпение. Соответственно, скорее всего, если мы подождем, то мы увидим какой-то интересный рисунок. Правда, времени, чтобы ждать, у меня нету, поэтому скорее всего, кто-нибудь из интернета 100% дождется этого рисунка. Следующим будет Warp Code. Все, хватит, хватит. Следующий варп-терминал. Мне кажется, этот мир понравится всем программистам, потому что, видите, что здесь есть? Си, двоеточие, бэкслэш и нижнее подчеркивание. То есть, как будто мы пытаемся что-нибудь вписать. А это настоящий терминал. То есть, полностью черный и мигает вот такая штука. Следующим будет варп-кредитс. Посмотрите, здесь уже все начинается. И чтобы вы понимали, это титр, который, к сожалению, не двигается, но весь текст здесь выполнен из блоков Незерита. Кто оригинальный создатель Майнкрафта, кто креативный директор Йенс Бергенстен, продюсеры. И если мы будем вот таким образом лететь, то такое ощущение, что эти титры будут двигаться сами по себе, а не мы двигаемся. Следующим будет Warp Library. И появляемся мы в бесконечной библиотеке. Только посмотрите, ой-ой-ой, ясно, так можно падать бесконечно, кстати. Мы появляемся в бесконечной, действительно бесконечной библиотеке из этих книг, которые мы можем забирать, получать каждый раз и отправляться в новые бесконечные миры. Ну а следующий пусть будет Warp Sponge. И появимся мы вот в таком необычном мире, который полностью состоит из губок. Они, правда, очень долго подгружаются, потому что оптимизация в этом снапшоте очень сильно хромает. И как видите, она бесконечная. И если честно, я забыл, как называется, но это какой-то математический либо термин, либо что-то такое, короче, где каждый раз мы получаем очень много разных кубиков, в кубике и тому подобное. Посмотрите на это. Если честно, мне аж прям захотелось немного сыра. Я не знаю почему. И они бесконечные, я прям в шоке. И вы, наверное, видели этот мир в трейлере самого этого снэпшота, если вы, конечно, смотрели. Есть, например, еще Warp Red, и посмотрите, мы попадаем в мир Майнкрафта, он вроде бы как будто бы обычный, но на самом деле здесь все красное. И даже я здесь
здесь тоже красный. Есть еще Warp Blue, где все точно такое, только уже синее. Ну и понятное дело, куда же без Warp Green. И у нас получается таким образом три главных цвета RGB. К слову, менюшка и текст тоже меняют свой цвет. Следующий мир — это Warp Спираль. И чтобы вы понимали, он генерирует бесконечную спираль. Посмотрите на это же просто жесть. То есть появляемся мы в центре и можем посмотреть, насколько она длинная. Это просто капец. Ну и самое главное, вы можете вписать Warp и свой никнейм. Посмотрите, я вписал Warp Nerkin, и вы только гляньте на мой необычный мир. Капец, что ты делаешь вообще? Я в шоке, посмотрите, день меняется буквально. Это что, мир, в котором одна секунда за 7 лет происходит? Но это очень необычный мир, вы можете попробовать то же самое только со своим ником, с ником других. Я более чем уверен, что если вы пишете то же самое только у себя, то вы получите точно такой же мир, который совсем необычный. О, и здесь даже есть зомбифицированные пиглины. Ну, в общем, в описании я оставил вам весь перечень различных варпов в Майнкрафте. Можете зайти посмотреть, понаслаждаться. Все показывать я не буду, потому что это будет очень долго, но настаиваю, чтобы вы это сделали сами. Надеюсь, вам понравился такой первоапрельский снэпшот от разработчиков Майнкрафта. Он действительно вышел необычным. Так что лайк за это разработчикам. Если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. Если я забыл о чем-то рассказать, то милости прошу в комментарии, напишите мне про это, и я лайкну ваш комментарий, дабы это видео стало еще более информативным. А с вами, как всегда, был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.